Тольятти? Вес 236 килограммов. Его личный рекорд, рекорд страны. Ну, а сейчас 180 килограммов. Иван, Ваня, сколько тебе годков? 31. Ты мало работаешь? Возможно. Потому что ты такой молодой. Значит, надо побольше работать, чтобы скорее состариться. В чем секрет твоей вот этой моложавости? Ну, тебе как будто лет 20, если честно тебе скажу. Я, ну, не знаю, я 20 лет старше выглядел, чем ты, 31. В чем секрет? Генетика. Родители. Родители? Да, кто у тебя родители? Я думал, у тебя родители эльфы. В основном тебе они гномы, да. Скажи, армлифт ты со мной заниматься, в нем секрет. Скажи, чем ты занимаешься, какая у тебя профессия? Я ювелирный мастер, ювелирный дизайнер. А вот эта штуковина тебе не спортит? Нет, я занимаюсь мастером, так что все мне это... Напоминаю, спортсмену, что мы ждем предложение первый раунд сравнения, просто работать с карьерой. Эскалибур это такая штуковина, такая конусообразная, которую нужно поднять, да? Это она, да? Ну, твои планы, понятно, что нам сейчас везде границы закрыли. Что будем делать сегодня? Вот ты замотивируй людей. Ну, на самом деле, мне в виде спорта хватает конкуренции. Тот же самый Алексей Тихалов, Сергей Кулясов. У нас есть очень много сильных спортсменов в этом виде спорта, так что есть кого догонять. Есть мотивация заниматься. То есть у нас своих вот с кем зарубаться, да? И у нас будут свои рекорды мира. Рекорды России. Я тут недавно запустил видео, я его скоро выложу в интернет, где один товарищ, который закручивает эти баскетбольные мячи, он его закрутил, он на палец поставил, он закрутился. Я про такую песню. Руки заверятся, жар голубой, руки заверятся над головой. Весь голубой, кроме России. Вот, поэтому мы будем смотреть. Ну что, Иван Кривых. Рекордсмен, но у него полон Аксель, сегодня, скорее всего, он уже потихонечку становится. Кривых, город Тольятти, 31 год, ювелирный мастер. Опа! За счет, будем его считать 170 килограммов пока, что является рекордом России. А сейчас на рекорд России в этом упражнении выходит легендарный силач, рукастый мастер Алексей Тюкалов, город Санкт-Петербург. Давайте поаплодируем Евгению Гавриленко, который уезжает, друзья. Чемпион силового экстрима первого турнира. И до встречи. Есть рекорд страны.
нас появился чемпион на сегодняшней импровизированной площадке по силовому стриму в силе хвата. Итак, 190 просит Алексей Дюкалов. Иван Кривых. Вот честно, теперь я скажу точно, что тебе не хватило спины. Просто не хватило скорости разогнуться. Силы хвата хватило, ты даже поддержал ее. Но не хватило именно поддержать штангу. И быстренько выпрямиться, сделав вот эту ту самую тягу, которую, за которую отвечает спина. Так, ну, я даже пробовать не буду подходить, я просто возьму вот так вот, покатаю. Покатал и уже устал. Алексей Дюкалов на 190, Алёша, если готов, можем дать... Молодец, такой, поздравляю! Такое ощущение, что он говорит, ну, 160, я вообще готов. Я видел, я снял. 170 можно, но не после турнира, конечно. Уже там хватит. Алексей Дюкалов. Еще есть два подхода. Я как бы полноправный хозяин вот этого вот этой площадки могу тебе прям, Леш, пару подходов еще дать. И дам тебе немножечко еще отдохнуть. Тяжелая атлетика дается между подходами 2 минуты. Но у нас не тяжелая атлетика. У нас сегодня просто праздник силы. Друзья, давайте поаплодируем нашему фестивалю силы. Города Санкт-Петербург. Пока никто не поднял. Мужчинский разрешил на этой прекрасной площадке. Надо, если Миша пролетает. Ну, хочу вообще этот великолепный куст, килограммов забрать. Который собрал. Я надеюсь, куст от Дайте поднять его как раналов. В начале 80-х родился. Ребята, любите. 83-й, 84-й, 81-й. Но мы через это все прошли. Альтернативное радио, диджей-групп, Афродита, да? Бродисы, началось это сюда. Пол-пол-пол и прочие ребята. Спрэд-пошли. И ранее меняем все мы это... Давайте встречайте, друзья. Вторая и уверен, заключительная попытка. Удачное исполнение Алексея Дюкалова. 190 килограммов. Друзья, аплодисменты, только что вы видели новый рекорд страны в исполнении Алексея Дюкалова, 180 килограммов, и попытка установить новый рекорд России на 190, но это только начало. Это только начало, Алексей. Я уверен, будет и 200, и 210. Дорогие друзья, а я заканчиваю свое вещание. И до завтра. Всем хорошего настроения, хорошего результата. И мы победим!